Привет, друзья, с вами снова я, Белый Копатель. Сегодня я буду ходить по лесу с 800-м квиноксом, попутно грибы собирать. Корзиночку взял. Посмотрим, что будет попадаться. Не знаю, в этом году что-то по грибам не очень. Яблоки. Яблоки откуда-то валяются. Вот. Ну, в общем, походим, посмотрим. Сегодня, правда, воскресенье, а в воскресенье не самый лучший день, когда стоит идти за грибами, потому что уже все, кто хотел, по выходным дачники, огородники, грибники, они все уже пробежали. Но посмотрим, что мне попадется в этот раз. Давайте начнем наш поиск. От ножа тыльничек красивый был с узором, этого нижняя часть, так вот нож, что не буду смотреть. Сейчас на всех металлах попробую выбить.
Двадцаточка, рамочник. Вот. '55 год. Одна, что ли? Одна. Так заржавело. Жесть. Спрятался.
Не оно. Насрано. Жесть. Жесть какая. Копал там одну помоечку. Так. И вот такая вот чашечка. А вот еще. Такое вот что-то. Так. И вот такое стекло рифленое. Графин, наверное, был. Это все совдепия. Вот такая чашечка красивая. Вот. Все, друзья, с вами был белый копатель. Ну вот видите, сегодня тоже одна монета, пару грибов. Вот. Что-то не очень много, но опять же повторюсь, воскресенье, поэтому в воскресенье не очень выгодно за грибами ходить. Очень много грибников было. Вот, все ходят, кричат. Ну ладно, в общем, помойку я поковырял, нашел еще одну. Ну такие, советские, там все побитое идет, верхний слой, в одном месте даже сожгли ее, видать. Вот. Ну, такое себе. В общем, ничего особо интересного. Надо искать имперские помойки. Вот. Ну, надеюсь, как-нибудь обязательно подвернется мне такое. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. До новых встреч. Всем удачи. Всем пока.